Привет! Как вам уже известно, по ТЭС выкатили обновление, и по нему я уже сделал беглый обзор. Сегодня мы уже более детально рассмотрим новый дробовик Benelli M4 Super, которая кастомная. Вот. Сейчас фоном я пущу сравнение ваншотов Killtech, Чапы и этой самой новой Benelli. Потому что Козырь уже делал это у себя на канале, в общем, я у него спросил разрешение, и он разрешил вставить это себе в ролик. От себя пока что скажу вам, что этот дробовик, в принципе, более практичный, чем Чапа. Но Чапа все равно имбовее. Если сравнивать этот дробовик с Killtech, то этот самый новый дробовик, он, в принципе, более играет. Ваншотность у него получше, вот, да, зарядочка приятная, ну и темп повыше. Потому что все-таки Killtech — это помпа, а этот полуавтомат. Так что эта пушка подойдет тем, кто не может играть с Чапой по каким-то причинам и не любит Марлин. Себе я ее, естественно, выбивать буду, как контент-мейкер. Еще, кстати, в описании есть ссылка, по которой вы можете забрать себе крутые магма-пушки и самые лучшие шлемаки в игре. Данная акция действует для новичков, и новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. По второй ссылке вы можете еще забрать себе крутые бонусы. И вторая ссылка также работает и для ветеранов, так что пользуйтесь. Ну а сейчас погнали смотреть этот сочный дробовик уже в деле, в боевых, так сказать, условиях. Давай, устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Новый год резиден. О, это что же обновили? Нормально. Новый год заказывали? Блин, я бы хотел на самом деле, чтобы они все карты сделали снежными под Новый год. И чтобы весь РМ прям, все карты были снежные. Это моя мечта прям. Да и вообще бы классно на самом деле им прям попотеть, сделать такие карты, сеттинг на Новый год, сделать такой сеттинг карт на Хэллоуин. И чтобы каждый раз, ну типа вот реально тематическая, чтобы вся игра была. Ну потому что вся игра заключается в основном, блин, в РМе. Знаешь, я думаю, им хотя бы достаточно фон менять. Вот, который, когда ты входишь в игру, вот этот фон. Да, кстати, вот я тоже удивлен, что они никак не заморочились, ну типа сезон-то, понятно, сезоном, но и Новый год близится, могли там, я не знаю, гирлянды намутить. Не только на полигоне, но еще и на фоне общем. О, а давай попросим их АФК поставить, мы 25 поиграем. Давай. О-о-о, это что, контент? Так, где они есть? Когда? Да 5 в голову первой пулей! А, я мимо медика проехал на жопе. Не, ну неплохой 2-5 у нас получился, я считаю. Чувак играет уже, ладно. Так, короче, сейчас у нас план каков. Надо его просто, ты понял. Это центр взорвали, правильно? Да, возможно. Нет. У сейчас дига, минимум, чтобы голову дали. Меня душат, Юрич. Уже пункту, и у меня хаешками закидывают. А, там могут быть. Надо минку круглую взять. Отлично. Опять мимо чела, он выходит с респы. Понял. От бедра что-то не особо. Да, от бедра она, ну, такая, очень-очень посредственная. А в прицеле она лупит прям будь здоров. Прям салам алейкум ребятам показывает. Понимаю. Короче, надо целить. Ну, знаешь, на самом деле, по скиллухе, может, оно так и должно быть. Целься, получай приоритет. Ну да. А, еще длина один. Еще. Да, ай, последнего опять не добрали. Чуть-чуть не повезло. Ну и Доринатей, он походу в рубашке родился. Я предлагаю как-то тактиковать, чтобы выиграть. Как надо тактиковать? А у нас Доринатей идут. Ты идешь, да? Да, я, да, сзади. У нас хая! Готов? Погнали. Мина стоит. Я ее взрываю. Пошли. Там. Пошли, похрен. Душамбе. Все, нормально. Просто вот зашли, как все, домой. О, 2400 дымов показывает. Да-да. Нормально. Мина, кстати, жесткая достаточно. Она типа, если ты ее поставил в проход, ее нельзя никак раздефать, кроме как мансанув, либо взорвав. Да, имбовая штука, согласен. Еще справа, наверное. Вот щап я бы, наверное, сейчас ваншотнул. Сзади! Здорово, пацаны! Че как? Вот так. Хорош, ну теперь. Ну это ваншот был легчайший просто. Нормально, затащили. Одного напополам. Не, мне кажется, вот этот дробовик, вот ты куда его поставишь в топе? Сильнее Чапы он? Давай начнем с этого. Чапы нет. Конечно, не сильнее. Ну типа, Чапы 3 патрона в разы лучше, чем 3 патрона от Benelli. Это понятно. Но учитывая тот факт, что у Чапы 3 патрона, тут 8. Нормально. Не, ну вообще, вот в прицеле хорошо шутит, понимаешь? Чапа и от бедра, и от прицеля. Вообще и пофигу, как убивать. А тут надо чуть потеть. А, у меня болт учел! Что ты тут делаешь?
тебя снайпер. Алик, да, я понял, да. Все нормально. У меня, да-да, нормально. Вставаю. Пошли душить его. Давай просто в прицелах пошли на него. Вот так. Не, он попал там что-то, но я коцанный был. Я думаю, вот он посильнее киллтека будет. Да, посильнее киллтека это 100%, но и брать, если общую оценку, то мне кажется, это сильнее чапы. Ай, штурмовик дистанцию держит. Выходи, показывай, что такое медик. Прицели, дай что-то три. Давай. Ну вот как и заказывали. Вот так вот оно и работает. Что будет в 21-м? Не знаю, добавят подствольный гранатомет, наверное, на него. Все правильно. У меня чел левым плечом вышел, пихнул меня, просто перестрелял. Ладно. Давай сейчас знаешь, что сделаем? Сейчас мы их... Вот так вот. Смотри, сейчас бежим на плент, из узкой прифайерную разогретую гранату и даем на взорванные ворота правда. Да, понял? Отличная идея, как раз узнаю, где узкая. Хаешку готов? Понял. Кидай. О, там их два! Костям мой вылетел. О, хорош. Юрич, страшно. Куда идешь? Это был не труп? Ну не, это он прям жестко дает, уходит. У меня чел! Юрич, помоги, сзади меня бежит! Давай. Сантер еще! С ножичком. Так, штурмовик один где-то в центре. Один инженер. Блин, тут мина! Мне можно резать. Он за двойными. Дал ему шот. Так, видишь, увидел. Убил его. Штурмовик на мосту. Убил его. Туда! Пацаны отвлекают. Хорошо. Они прям нормально, да? Полный комплект байта. Делают имитацию, да. Так, Юрич, пока они не вкурили, что мы идем тут, надо идти. Давай. Не врегало. В упор, упор, упор. Хорош, резай сразу. Мансуй и резай, плевать. Опа, пошли туда рашить. Давай. Мина опять это, вонючка. Вот так вот. Вот так вот, нормально. Нет, тыква прикольная штука. Тыква прям имба. Они на мосту. Давай расстреляем их вдали. А, нет! Что ты вешаешь, экономик? Не, ну а чё? Как же мне сейчас экономик тапочком по голове дал, вот так. Я по левой пойду сейчас забайчу, сделаю давай, вид, давай, что мы там взрываем, все дела. Салам алейкум будет. И сейчас все будет. Надо посообразительнее немножко быть. И не торопиться. Да, и мешает очень много шагов. Блин, пацаны, тут такие прямо... Центр есть. Понял. Сейчас ему дам в голову. А, там чувак нет, сидит. Да. Хилится, падла. А центр был? Хилится. Вот туда, этот нак-то. Так, один на пленту, да? А инженер? Да чуть-чуть, да. А вот инженер. О! Здорово! Здорово! Пацаны немножко помогли, это уже... А, или это ты был? Ты убил там? Последнего... инженера? Да я не понял, как-то все так быстро разлетелись, я думал, что команда помогает немножко. Так, я, короче, пойду мост запушу, займи вот эту зигу, короче, хорошо. Около планта, там узенькая такая. Прям. Понял, давай. Костя как... Костя как с маленьким, вот там, вот зигает, вот там маленькая такая, там вот планта пойдешь, займешь. Там их двое на длине, уже меньше. Где они есть-то? Прячутся, надо от планта не убегать. Может, тут как-то обходит нас. О, нормально залетело сейчас. Так, я центр закрываю. Да. Меня инж убил, идет на нашу респу. И зиги, снайпер. Инж с респы будет. Хорош! На! Нормально сыграли. Пушечка такая, прям... не, короче, смотри, если бы у этой пушки было 3 патрона, она была бы не жестче чапы вообще ни разу. Конечно. Эта пушка лучше, чем киллтек, но не имбовее 100%, чем чапа. Да. Для мясных режимов она подходит больше. Вот так я могу сказать. Ну и на самом деле, кто с чапой не может играть, если вообще такие существуют, из-за того, что там 3 патрона, им вот эта пушка больше подойдет, я думаю. Знаешь, я думаю, вот что-то вот с усконом близкое. Да, пожалуй, ты прав. Ну только с дозарядкой еще. Да. Ну и в прицеле все равно лупит она посильнее, мне кажется, чем ускон. От бедра-то, конечно, так похоже, как ускон, но в прицеле прям дудонит.